CATV. Пятый игровой день в Лиге чемпионов. Пришла пора решающих игр за выход в плей-офф. Да, сегодня в некоторых группах могут стать известны клубы, которые гарантируют себе место в 1/8 плей-офф. Сегодня Барселона встречается с Нюрнбергом. Чемпионов УЕФА. Первым из них был Игорь Добровольский, который выиграл турнир в составе Марсельского Олимпика в 1993 году. А в 1997 это достижение покорилось Владимиру Буту в составе Дортмундской Боруссии. А спустя 7 лет, в 2004-м, кубок завоевал Дмитрий Оленичев вместе с португальским Порту. Последним же победителем Лиги чемпионов из наших футболистов был Денис Черышев, выступавший в победном составе мадридского Реала. Судейский свисток, и начинается матч пятого тура в этой группе. В завершающую стадию входит групповой этап, и тем, кто хочет выйти в плей-офф, очки терять нельзя ни в коем случае. И смотрим на состав Барселоны. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды гостей. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Эль-Сейд Хюсайн. Лангле. Нет. Он накручивает соперников одного за другим. Мяч перехвачен. Плохо сыграл. Будешь навешивать, а? Янич. Серхио Бускетс. Жорди Альба. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Тут Матса Хумельса прессингуют. Ему нужно сыграть надежно. Потери и мяч у соперников. Гости приехали на этот матч, держа в уме первое место в группе. Досрочно. Команде-то нужно всего одно очко, чтобы гарантировать первое место в этой группе. Можно забивать. Перекладина играет за вратаря. Какое спасение! Здорово играет голкипер. Из хорошего положения наносил удар соперник, но вратарь молодцом. Навешивает Каутиньо. И выносится мяч из штрафной. Дели. Удар Дели Алли. Смотрим угловой в исполнении футболистов Барселоны. Thank you.
И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Делли Аль. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Полностью контакт. Судья фиксирует офсайд. И тут такая сложная ситуация, сразу не скажешь. Выбит мяч из штрафной. Мне кажется, Коутиньо набрал сейчас хорошую форму. Да, в прошлой игре на его счету хет-трик. Он в великолепной форме и психологической, и физической. И он, конечно, может сделать сегодняшнюю игру. Миролем Пьянич. Мяч у соперника. Джуниор Станислас. Тут просто подарили мяч соперника. Может получиться интересная атака. Ну и где же навес? Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправится. Отлично сыграно. Может быть опасно. Хорошо мяч перехватили в атаке. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Эльсейд Хюсей. Миролем Пьянич. Коутиньо. Мяч из-за боковой будет введен в игру. Эвертон. Читал передачу Мац Хуммельс. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Луис Суарес. Миролем Пьянич. Потеря. Все в оборону. Серхио Бускетс. Перехвачен пас Луиса Суареса. Обыгрыв. Какой удар! Будет угловой. Сегодня стандартный надо постараться использовать по максимуму. И болельщики это прекрасно понимают. Самое скопление игроков, угловой пол. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. И снова голкипер в игре, на этот раз удалось мяч забрать. Бускетс. Ведь сейв Кюсан. Серхио Бускетс. Мяч перехвачен, Бокси. Очередной точный пас в его исполнении. Бускетс. Защита первая на мяче. Вынос. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. И это удар. Просто великолепное спасение. Какая реакция у вратаря. Блестящая игра. Подали мяч с углового в центр штрафной. И удар! Отличный сейв! Угловой, шанс выйти вперед. Максимальный напор сейчас со всех сторон на соперника. Болельщики здорово поддерживают свою команду.
центр штрафной подан мяч с углового. И выносится мяч из штрафной. Миралем Пьянич. Суарес. Почти не ошибается он сегодня в передаче. Серхио Бускетс. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Хороший пас. Что тут получится? Аут. Но это штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. И защитник вовремя блокирует этот кросс. Нет, не дошел этот пас до адреса. Джуниор Станислас. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Попал под прессинг, и это очень опасно. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Мац Хумельс. Мяч у Дели Алли. Пьянич. Миралем Пьянич. Хороший пас во фланг. Эльсейд Хюсай. Можно сделать навес. Тут защита надежно отработала, атака прервана. Эль-Сеид Хюсай. Джуниор Станислас. Хорошо мяч перехватили в атаке. Филиппе Коутиньо. Мяч у Коутиньо на фланге, и перед ним свободная зона. Не стал мяч ловить вратарь, кулаками его выбивает. Хороший вынос мяча из штрафной. Филиппе Коутиньо. Жорди Альба. Мац Хумельс. Дели Алли. Коутиньо. Навес в центр штрафной. Навес на деревню дедушки. До вратаря этот мяч не доходит благодаря героическим усилиям защитника. Жорди Альба. Коутиньо. Дели Алли. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Казалось, вот-вот потеряет, но получается мяч сохранить. Есть шанс выйти вперед. Ждем угловой. Самое скопление игроков, угловой подан. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Луис Суарес. Филиппе Коутиньо. Дели Алли. Табличка в руках, четвертый. Ужасное исполнение, вратарь. Со второго этажа прямиком в фаут отправляется мяч. Эвертон.
Свисток. Штрафной. Итак, планку судья обозначил. Сегодня можно и побороться в прямом смысле слова. Да, я бы сказал, что этот момент, например, тянул на желтую. Довольно далеко до ворот, но он все-таки решается на дальний удар. Есть удар! Подпрыгивает стенка и принимает мяч на себя. Угловой будет подавать команда, пока счет равный. Центр штрафной, мяч направлен. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Кстати, первый тайм в нашем матче и сюрпризов в гонке за первое место он не принес. Они по-прежнему близки к тому, чтобы закончить групповой раунд в качестве лидеров группы. И видно, что намерены они как можно скорее этот вопрос решить. Я думаю, понятно почему. Можно поберечь игроков в следующих матчах и дать им передышку, что при насыщенном календаре очень важно. Такой проливной дождь, конечно, должен внести свои коррективы в игру. Посмотрим, как используют такое состояние поля футболист. Да, это действительно так, но погодные условия одинаковые и для тех, и для других. Поэтому никаких оправданий здесь в неудачной игре быть не может. И пробил! Браво, вратарь! Спасает он свою команду. Очень уверенно и красиво он справляется с этим мячом. Центр штрафной, подан мяч с углового. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграл. Филиппе Коутиньо. Такими действиями игру не обострить. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Штрафную подачу, есть там кому сыграть. Открыт счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Отличная атака, отличный гол. Справа фланга здорово подал в штрафную, только что в обертку не завернул. Да, таким подарком грех был не воспользоваться. Вот смотрите, поймал момент, пробил, и вратарь там, конечно, ничего уже сделать не мог. Георгий, ну у меня другой вопрос. Где были защитники-то, а? Почему они позволили пробить со второго этажа? Доволен тренер игрой своей команды, теперь они выигрывают. 1-0 в нашей игре. Миролем Пьянич. Лангле. Пьянич. Не доходя до штрафной, навес. Выбит мяч из штрафной. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Редкий случай, когда можно играть руками, потому что это аут. И Барселона ведет мяч в игру. Дели Алли. Жорди Альба. Можно подать. Друзья, вы поворотов-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Мац Хумельс здорово читает игру. Это слишком сильно. Вратарь забирает мяч. Паутиньо. Суарес. Эвертон. Кордоба.
Этот матч, мне кажется, имеет хорошие шансы стать настоящей новостной бомбой. Если в течение ближайших минут фавориты не соберутся, не отыграются, грянет настоящая сенсация. Да такая, Константин, что они даже напишут неспортивное издание. Да, Георгий, представляю, как им косточки перемоют. Представляю эти драматические очерки. А вот когда нужно футбол показывать, так показываем только мы. Еще разбираем в наших аналитических программах. Суарес. Альба. Гаутиньо. Жорди Альба. Смотрим начало атаки. Будет навес. Надежно и спокойно. Мяч выбит, атаку надо начинать заново. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Мяч вышел за пределы поля, и Барселона будет вбрасывать. На замену решился тренер. Матс Хумельс. Жорди Альба. Серхио Бускетс. Коутиньо. 30 минут играть осталось. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Какой удар! И снова придется разыгрывать угловой. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Во время ближайшей остановки игры произойдет замена. Хозяева сейчас будут проводить замену. Янич. Эльсейд Хюсай. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Пол команды обыграл! Ничего себе! Если посчитать эти угловые, можно просто заснуть. Вполне логичная замена. Команде нужно добавить опора, страсть и скорость. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Хороший вынос мяча из штрафной. Эльсейд Хюсай. Филиппе Коутиньо. Луис Суарес. Джунио Станислас. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. И вратарь забирает этот мяч. Слишком сильный пас. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Кордоба. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. А вот сейчас может быть опасно. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Совсем немного не хватило вратарю, чтобы отразить этот удар. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Отыграться теперь будет труднее. Основное время истекает через 20 минут. Пьянич. Миролем Пьянич. Штрафную подачу есть там кому сыграть. Вынос. Мяч не задержался в штрафной.
По всей видимости, замена готовится у команды хозяев. Вливает свежих сил в игру наставник команды. Команда проигрывает, тренер то ли кем-то недоволен, то ли хочет добавить перца в игру. Лангле. Миралем Пьянич. Тут силовая борьба. Эльсейд Хюсай. Каталонцы переходят в атаку. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Миралем Пьянич. Лионель Месси. Бускетс. Отличный момент. Можно навешать. И пробил он по воротам. И он забивает. И повтор гола нам показывает. До мяча дотянулся в этом моменте голкипер, но не хватило этого, чтобы спасти свою команду от гола. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Возобновляется, счет уже 2-1. Вот это пас прекрасный. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Это аут и мяч у Барселоны. Лангле. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Гонят вперед Барселону болельщики. Именно сейчас такая поддержка и необходима. Жорди Альба. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Кордоба. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Это был последний шанс в матче. И они им не воспользовались. Кордоба. И мяч в руках у голкипера. Жорди Альба. Грамотный пас. Все по делу. Остается всего 5 минут игры. И надо забивать, чтобы сравнять счет. Нет, не дошел этот пас до адреса. Хороший пас. Что дальше? Пол команды обыграл. Ничего себе. Мимо цели. Сильно и очень неточно. Очень-очень обидный промах. Ему оставалось только вратаря пробить. Он решился пробить на силу, но промахнулся. Янич. Все верно, края надо чаще задействовать. Кристиан Матенье. Довести до ума эту атаку так и не удалось. Он уже, наверное, видел мяч в сетке, а тут на тебя. А было опасно, точнее сказать, напряжен.
Эвертон. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. 4 минуты добавил судья к основному времени матча. От головы мяч отправляется в аут. Джуниор Станислас. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Отлично сыграно, может быть опасно. Потянул мышцу он, похоже. Иниго Кордоба. Это мимо. Отличная передача в штрафную, но вот игрок на острие атаки был к ней, кажется, не готов. Хороший получился удар, вот только точности ему немного не хватило. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Удар! Штанга спасает, но игра продолжается. Хорошая идея, но вратарь вряд ли забросит мяч в свои ворота. Хотя посмотрим. Пришло время прощаться, наш матч завершен. Одну из сегодняшних команд мы увидим в плей-офф Лиги Чемпионов. Поздравляем ее с выходом в 1/8. Он провел хороший матч, просто здорово смотрелся, надо сказать. Сыграл он здорово, забил очень важный гол, заслужил победу вместе с командой. Тут больше нечего добавить. У него есть повод расстроиться, он очень много сегодня забил, но команда все равно проиграла. Ну, что сказать, по большому счету нечего, ничего не создал, ничего не реализовал, провальный матч.